Добрый день, дорогие друзья! С вами международная компания RES Property и самое крупное агентство недвижимости в Алании. Сегодня мы вместе с вами приехали в зеленый и спокойный район Тосмур, а также специально для вас мы сняли отдельное видео. Проходите по ссылке в правом верхнем углу, там вы найдете еще больше интересной информации о Тосмуре. А сегодняшнее предложение – это идеальный выбор для тех, кто планирует жить в Алании на постоянной основе, либо же сдавать квартиру в аренду. Так как наш комплекс находится всего лишь в 200 метрах от Лазурного Средиземного моря, был построен в 2016 году. А что касается месторасположения, он находится в центре социальной городской инфраструктуры, окружен остановками общественного транспорта, супермаркетами, овощными лавками. Что касается инфраструктуры, здесь найдется место каждому, так как она здесь отельного типа и включает в себя открытый плавательный бассейн с детской зоной и аквапарком, беседки для отдыха и барбекю, теннисный корт, фитнес-центр, финская сауна, турецкий хамам, римская парная, крытый подогреваемый бассейн с джакузи, детская комната, бильярд, настольный теннис, детская площадка, открытая парковка и многое другое. Сейчас мы вместе с вами поднялись на третий этаж для того, чтобы рассмотреть квартиру планировки 1+1. С левой стороны у нас расположился видеодомофон с кнопкой вызова лифта. Также у нас здесь встроенный шкаф для вашей верхней одежды и обуви. С правой стороны расположился один санузел, прямо передо мной одна хозяйская спальня, а слева салон, который я предлагаю сейчас вам рассмотреть. Наша кухня представлена в классических черно-белых тонах. У нас есть встроенная бытовая техника марки Вистель, также гранитная столешница. Как вы видите, на кухне у нас очень много рабочего пространства, большое количество ящичков для вашего домашнего инвентаря. Также у нас есть стилизованная барная стойка, которая может служить обеденной зоной. Из кухонной зоны я сейчас плавно перехожу в гостиную. В гостиной у нас имеется большой угловой диван, который раскладывается. Здесь достаточно места для того, чтобы расположилась вся ваша семья, и вы посмотрели телевизор. Также из гостиной зоны у нас есть выход на просторный балкон. Пойдемте его смотреть. На балконе у нас уже есть отдельная обеденная зона. Здесь вы можете собираться в кругу семьи, либо же друзей и принимать пищу, любуясь ухоженной зеленой территорией комплекса и бассейном. Также на наш балкон есть выход из спальни, которую мы сейчас вместе с вами и посмотрим. Вся квартира у нас представлена в очень светлых, теплых тонах. Здесь у нас есть везде система кондиционирования, LED-освещение на потолке. Что касается хозяйской спальни, здесь есть весь необходимый комплект мягкой мебели. Это двухспальная кровать, большой платяной шкаф. Дорогие друзья, хотелось бы напомнить, что компания RES Property дает гарантию лучшей цены на недвижимость по всей Турции. А это значит, что именно наши клиенты становятся счастливыми обладателями качественной недвижимости по самым выгодным ценам. И несмотря на то, что у нас самая большая база недвижимости, именно этот объект вы можете с легкостью найти на нашем сайте resproperty.ru под номером 5360, либо же пройти по ссылке в описании, а еще проще пройти по ссылке в правом верхнем углу. Актуальная стоимость апартаментов на побережье Средиземного моря на сегодняшний день составляет 93 500 евро. Если вам понравился обзор, то ставьте лайк, в комментариях задавайте вопросы, если они у вас еще остались, наши лучшие менеджеры с удовольствием ответят на них. Не забывайте про колокольчик, чтобы не упустить возможность стать счастливыми обладателями домика у моря. До скорого!